Правление Таукехана в истории казахского государства называют «золотым веком». Временем, когда на спинах овец жаворонки вили гнезда, то есть благословенным временем. Но оказалось, что это лишь затишье перед бурей. Да, Таукехану удалось прекратить внутренние междоусобицы и укрепить ханскую власть. Но, тем не менее, он станет последним единым ханом казахского ханства. Это последний был хан Казахской степи, власть которой признавалась во всем казахском государстве. Потому что после смерти хана Таукехе в конце, скажем, вот 17 века, то, в принципе, уже появились такие мелкие кельте-ханы, по-казахски говоря, и, в общем-то, уже стали ханы в каждом жузе, в общем-то. А вот при хане Тауке, вот, значит, он признавался всем, был ханом единого казахского ханства.